Юрий Владимирович Белов, кардиохирург, ученик академика Петровского, профессор, действительный член Академии медицинских наук, академик РАН, лауреат государственной премии. Я искал по России одаренных людей. Ищу таланты и их потом тестирую в разных ситуациях. И если я вижу руки и мозги на месте, и они совмещены, нет истерики, нет эмоций, железный характер, возможность справляться мгновенно с чрезвычайными ситуациями в операционной. Вот таких я к себе беру в команду. Остановка сердца длилась час с небольшим. Это хирургия высокотехнологичная, требующая быстрой реакции всей хирургической бригады. Здесь у нас было полное взаимопонимание. Больной уже сейчас в отделении реанимации, пришел в сознание. Сердце работает вполне удовлетворительно.